Барис. Нам 25 лет. Для года тигра этот год энергетически немного такой сильный год. Поэтому возможны изменения в психике человека, в организме. Человек становится неподконтрольным, то есть психика немного меняется, и для человека это немножко не в лучшую сторону. Поэтому людям года тигра рекомендуется вообще контролировать свои эмоции, чувства, что-то такое. Год вообще вот он предвещает такое, что человек может подавлен, наоборот, быть своим чувством, наоборот, или наоборот, выплеском энергии. Поэтому людям года тигра желательно, конечно, молиться также своим божеством, по видовому роду. Это пример, допустим, если 5 желтых манга 86-й год, да, берем, то людям необходимо молиться своему Будде, это Будда Шакьямуни, который идет у него по знаку, и также есть защитник его. То есть это Чойжел Стахюсан, Каларупа, его имя на санскрите. По-бурятски зовут его Ирлин Хан. Он является владыкой подземного мира, верховный судья, то есть...